позади 15 продуктивных лет работы. Именно столько действует Общественная палата региона. Все это время совещательный орган является связующим между населением и властью. За годы неоднократно менялся коллектив, создавались новые комиссии. Но неизменным оставалась главная цель – помощь гражданам в решении сложных вопросов. Когда впервые поступило предложение, еще в прошлого созыва в общественной палате, я посчитала для себя, что это такой очередной этап, потому что общественная деятельность, моя общественная деятельность, она подразумевает всегда разбирать обращения людей, помогать людям. Поэтому вот деятельность в общественной палате я вижу именно помощь нашему населению, помощь гражданам, нуждающимся в тех вопросах, в которых я понимаю и разбираюсь. Оценить работу Общественной палаты региона можно как минимум по нескольким критериям – количество обращений и качество их решений. За 15 лет было получено более 3000 писем от жителей. Почти 2000 человек пришли на личный прием. Взаимодействуют с ними специалисты разных направлений. Членами организации являются представители здравоохранения, образования, культуры, сферы экономики и активная молодежь. Наиболее актуальные и волнующие вопросы граждан были о неудовлетворительных жилищных условиях, о лекарственном обеспечении, о благоустройстве территории, газификации жилых домов, проблема ЖКХ. Эти вопросы ставились посетителям во время приема организованных бесплатной клиникой юридической помощи, которая работала по понедельникам общественной палаты. Члены палаты практиковали приемы граждан как в областном центре, так и в районах области. За эти годы проделано немало по совершенствованию нашего законодательства. И это благодаря членам общественной палаты, которые активно участвуют своими законодательными инициативами, экспертизе нормативно-правовых актов, которые касаются экономики, социальной сферы. За активную деятельность и вклад в развитие общественной палаты Пензенской области ее участников наградили благодарностями губернатора, почетными грамотами законодательного собрания региона.